Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, приветствую вас. Сегодня у нас вторник, а у нас время турнира. И в очередном поединке сражаются Флойд Мейвезер и Тимоти Бледли. То в свое время эти большие, к сожалению, так и не встретились. Что ж, посмотрим, что будет тут. А так, если бы этот бой бы состоялся, я бы, наверное, предположил победу Мейвезера по очкам. Но бой бы не был простым. Сейчас эти два боксера пенсионеры. Мы все еще радуют публику в выставочных поединках. Бледли, он, ладно, уже кончил, но это его дело. Где-то, ну, просто пожалуйста, покинул, он там что-то думал-думал и додумался. Вы тоже пишите, как думаете, сложу, чтобы этот поединок фантазируете. Но этого мы уже, конечно, не узнаем никогда. И вот выходит Флойд, деньги, Мейвезер, 50 поединков, 50 побед, 27 нокаутом и ни одного положения. Мейвезер выглядит уверенным, но всегда такой. И его оппонент Тимоти, буря в пустыне, Бледли. 37 боев, 33 победы, из них 13 одержаны нокаутом. Два положения, оба от Мэнни Пакьяо. Одна ничья и еще один поединок не состоялся. Напишем от Большов. Ну так осталось. Сейчас тут у Бледли положительный нокаут. То есть, чисто я хотел сказать. Okay, guys. We went over the rules in the dressing room. Let's touch gloves. И мы начинаем. Первый раунд поехали. Бледли пошел в атаку. Попадает Мейвезер. Попадает Бледли. Мы сразу финишем обоих вторым номером. Попадает Мейвезер по корпусу снова. Клинч. Влад Бледли. Бледли хочет атаковать почаще. Но пока что Мейвезер читает его атаки, видит все их. Мухнулся сейчас в Флойд. Пуков снова побил Мейвезер. Погнулся Бледли, а Мейвезер попал. Ключует Тимоти. Попускается с Флойд. Ключует Тимоти Бледли. Поковш побил Флойд. Флойд снова Бледли.
Сейчас мы даже помкнулся, куда не попало. Неплохо. Снова подать мои важил. Неплохо. Знаешь, мы важил. Что ж, и пилонг пошел, как и нужно было. Мы важил, лаунж за ним, 10-9 в пользу денежного. It doesn't mean anything to have a big punch. It's kind of like having a military weapon, a bomb. What good is it if you don't have a missile to get it to the target? Right now he needs a missile to get that punch. He needs to set it up, and he's not doing that. Второй раунд у нас. Поехали. Попадаем по корпусу мой вежу, этот раунд в фойле начинает более активно. Попадает мой вежу. По копшу прям входит и сразу клинич. Выглядит пришел в атаку. Попадает сейчас, Тимати выглядели. Мы важно боксируют очень хорошо. Блокируют удары или улавливают от них по большей части. И сам неплохо контратакует. Впрочем, все как обычно. Восьмиян. Попадает Бледли. Так, Школич. Приходит скринчевать Бледли. Другого варианта сегодня он не видит. Знает мой важел. Да, Тимати Бледли, похоже, что очень тяжело. Попадает мой важел. Вот мой важел, здесь, собственно, один из фаворитов этого турнира. Смен. And you can put it into the equation where whatever you're doing, it has to be technically right, but now you put speed. Right, we're running up a couple shots. You're doing it at a higher level. He comes with a straight right hand. Come on now. И второй вам за фолидом мой важен 20-18 в левую пользу. Not
И у нас третий раунд. Поехали. Так, мой важок. Крайне осторожен Форрет, крайне расчетлив. Блодли пытается оказывать давление, но пока что не особо выходит. Мы можем чувствовать себя комфортно. В этом раунде он пока что-то не носит ударов, попытался, помахнулся Форрет. Но рефлекс у него на высшем уровне. Пытается же Блэдли. Клинч со стороны Блэдли. Попадает Мэйвезер. Конечно, жаль, что этот бой получился именно в 1-8. Я бы хотел увидеть чуточку позже. Пытается Тимоти. Знает Блэдли. Покошку его мы важного. Знает мы важного снова. Блэдли неплохо сейчас повел. Подвоил его Форрета. Клинч. Посмеял. Снова клинч. Знаете, мы уважаем. Сейчас пока что был такой раунд-раунд и всех предыдущих. Пускает мой вожу. Let's forward. Хочешь концовку жевать? Ну, жди вам, все-таки заблюдали. 29-28 в пользу мой вожу. А он сам не шли все раунды за Вау Мельважу, а у нас четвертый раунд, кончует Блэдли. Влад Мельважу в Коковушу. Смен. Знаете, мой важал. Клинч. Знаете, в копчу мой важал. Смен.
Була не питаюча, но шанс шоковання немалий, естественно. Рунувши мою вежу. А була не оштав уже. Чужали в бок приходячи. Фонет мою вежу, була не потрещом. Так, не хотя идет мой важный на добивание. Кличует Бледли. Снова кличует Тимоти Бледли. А мой важный пока что делает все, что хочет. Не попросил, чтобы эти фойт мой важил. Апокот от денежного. Кто знает, он же его позже был красавчик. Но потом, когда он стал много жеваться, он сменил позже на деньги. А раньше у него было позже плетти бой. Потому что он мало попушков удал. Знает Бледли. Ну что там за мой важом? И сейчас оно 49-37 в его пользу. Да, против такого мой важного тяжко будет всем. Пятый раунд у нас. Бледли идет в атаку, мы его так не хотят отвечать немного. Флайт мы его. Точно удал, и Тимоти Бледли падает. Первый нокдаун в этом поединке. Прямо навстречу. Смотрим повтор. Улыбнулся мой важел и побил. И еще один повторчик. Что ж, красивый иногда у нас получился. Шелёт Бледли. Но уже стало веселее. Попадает снова мой важный, Бледли потрясён. Кричует Бледли, мой важный пошлает ему это сделать. Снова Бледли потрясён. И на этот раз мой важный решает, что добить. Бьёт по колпушу. Того иногда он в этом поединке. Смотрим повтор. И еще один повторчик. И все, бой окончен. Победу нокаутом в пятом раунде одерживает Флойд Деньги Мейвезер.
У всех шуток сейчас был шоу 35. Всем вам не удалось даже 10-8 до этого. Что ж, обойдемся к статистике. Мейвезер попал 86 ударов из 152. Его оппонент 104 из 512. Так, ладно. Немного камеру на случайно подвешу. У Мейвезера шовок 2 из 87 в голову и шовок 4 из 65 в корпус. У его оппонента 35 из 265 в голову и 69 из 247 в корпус. По раундам. Первый 20-24, второй 26-32, третий 13-21, четвертый 19-23 и финальный 8-4 и 2 нокдауна. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До скорого!